на продажу выставлен арабский жеребчик. Родился 28 февраля 2022 года. Его отец – арабский жеребец «Эликсир» от «Сарказма» и «Эпики». «Эликсир» в трех стартах на ипподроме занял 3 вторых места в призах для лошадей 2-летнего возраста. В 3 года чемпион России в классе жеребчиков. Неоднократно завоевывал титул резервного чемпиона России и был серебряным медалистом российских национальных чемпионатов. Все его дети сохраняют высокую работоспособность, свойственную линии Корея. «Сарказм» – отец «Эликсира», победитель в призе имени Буденного и 2-й в призе сравнения. Отец «Сарказма» – жеребец по кличке «Кумир», в возрасте 2 и 3 лет 17 раз скакал на Пятигорском ипподроме. Из них 3 первых, 4 вторых, 3 третьих и 7 пятых мест. Мать арабского жеребчика – кобыла Режимасти по кличке Сингония от СС Гриша и Гивеи. СС Гриша – внук всемирно известного WH Justice, неоднократного призера и победителя шоу-турниров в Италии, Англии, Франции и Бельгии. Гивея от Вивата и Глыбы. Виват линии Корея – один из лучших производителей хозяйства. Неоднократный призер шоу-турниров. Завоевал приз Ord Arabian Horse Organization Trophy 2015 года. Жеребец-производитель Виват находится в Казахстане. Отец Вивата – Нормат. Из 3 стартов на Пятигорском ипподроме занял 2 вторых и 1 третье место. Отец кобылы Глыбы – известный жеребец Багдад. Из 28 стартов на Пятигорском ипподроме занял 7 первых, 7 вторых, 4 третьих и 3 четвертых места. По вопросам покупки арабского жеребчика обращайтесь по указанному телефону, WhatsApp или Telegram.